Для того, чтобы объединять приятное с полезным, Kate Spirit решила во время сеанса маникюра ответить на ваши каверзные вопросы. На самом деле не каверзные, а очень даже важные, потому что через эти вопросы рождается истина. На самом деле так я чувствую. Ваш запрос был ниже следующим. Вы написали: «Катя, если бы вы целовали мужчину, это было бы намного лучше, чем, соответственно, та ситуация, которая запечатлена на фотографии, где вы губами касаетесь щеки своей ученицы, которая была в наставничестве». Я комментирую. Вы знаете, друзья, если бы вы изучали тантру, у меня во всяком случае, и делали практику на раскрытие сердца и снятие блоков с телесной информационной матрицы, вы бы заметили, что вообще для тела, для личности не важно, кто ее целует и кто ее касается. Когда вы открываете сердце и когда вы прокачиваете тело на предмет энергонаполненности и начинаете делать тантрические упражнения, то вам вот действительно тактильное касание настолько ценно, и тот, кто его делает, для вас является таким источником энергии, что вы хотите его бесконечно благодарить. И во время этой тантры рождается вот такое состояние просветленного ума, состояние счастья, радости. Поэтому если у вас открыто сердце, то вам не важно, кого вы целуете, мужчину или женщину. Вы испытываете огромный источник радости, наслаждения через тактильные касания. Поэтому мой призыв и мой вызов: занимайтесь тантрой, обучайтесь. Если у вас есть блоки, обязательно их снимайте, обязательно нивелируйте, раскрывайтесь. Это и есть путь просветления, это и есть путь трансформации, путь, который приведет вас к радости жизни. И становитесь мастером баланса жизни. Наслаждайтесь тантрой, наслаждайтесь касаниями. Вот поверьте, в этом счастье. Только так. Всех люблю.